На торжество все пришли задолго до его начала. Праздник – повод встретиться вне производства, но разговоры все-таки о нем, особенно если дело касается земли. Вот хорошо сложился. Урожай убрали вовремя. С урожаем все хорошо. Осталось убрать кукурузу немножко. Переживаем за посевы зимой пшеницы. Важность заботы о хлебе насущном подчеркнули артисты, начав концерт гимном аграриев. Поздравляя с праздником, исполняющий обязанности главы округа Сергей Гераймович также продолжил тему хлеба на столе, подчеркнув значимость сельскохозяйственной отрасли в жизни каждого. Высоких показателей команда «Промагра» добилась совместно, отметил основатель бизнеса, президент холдинга Федор Клюка. Успех – заслуга каждого, кто когда-то вместе с ним сделал решительный шаг и ушел из доходной горнорудной отрасли осваивать целину, подчеркнул Федор Иванович. За годы холдинг окреп и продолжает набирать мощь. Мы выйдем на 60 тысяч и больше. Более того, мы вчера были на третьем беконе, и там уже родилась мысль еще 6 корпусов подстроить. Это значит, выйдем за 10 тысяч свиноматок. Это значит, набирать будем объемы. Да, мы сейчас имеем непростые кредиты, но это долго же не будет, потому что для вашего сведения, чтобы вы знали, вот кто далек от управления, 5 миллиардов мы сейчас имеем кредитную историю, еще миллиард возьмем для того, чтобы второй завод мясоперерабатывающий построить полностью и вторую очередь. Первая очередь у нас это весна следующего года, это убой по сути дела, а вот полноценный завод вступит где-то еще через год. Когда мы уже на самом деле станем на 60 тысяч тонн, я должен вам сказать, что я просто гарантирую, что к минимум на 20% сходу зарплата повышу. Немедленно каждому человеку. За высокие результаты Федор Клюка отметил руководство компании солидными премиями. Поощрил и театральную детскую студию «ЦКИМ». Малыши бойко рассказывали озорнее четверостишье о сельском хозяйстве. Знаете, в свинском рационе корм наш лучший в регионе. И вообще, кормление клюшки – это, братцы, не игрушки. Конечно, в центре внимания труженики – это и управленцы, и рядовые рабочие, трактористы, зоотехники, ветеринары, бойцы скота. В «Промагро» есть представители практически всех сельскохозяйственных профессий, а также тех, кто занят в перерабатывающей промышленности. Награды передовикам производства вручил генеральный директор АПК «Промагро» Константин Клюка. Я хочу сказать, что за последние, Федор Иванович сегодня говорил, уже за последние 15 лет мы работаем, наша семья работает во главе с Федором Ивановичем в сфере сельского хозяйства. Я хочу подчеркнуть, что действительно за эти 15 лет все праздники такого рода, праздники работников сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, всегда отмечались масштабно. Всегда всем людям, работающим в компании, уделялось внимание. Поэтому все мы сегодня здесь собрались в первую очередь не для того, чтобы отпраздновать, послушать концерты, в первую очередь для того, чтобы выделить вас, выделить самых достойных людей нашей компании, людей, на которых этот бизнес держится и процветает. Коллективы всех предприятий компании по очереди выходили на сцену. Всего 134 специалиста отмечены благодарственными письмами и ценными подарками. Главное, что хотел бы сказать своим людям, это огромное спасибо. Даже измерить нельзя это спасибо, какое оно большое. Потому что все, что имеет наша компания, это, безусловно, заслуга руководителей и наших работников. Какие эмоции? Великолепный праздник получился. Я рад, что мы сумели поблагодарить наших людей, достаточно много подарков выручили. Видно, что люди довольны. Вот уже 9-й год я работаю у Федора Ивановича. Довольна своей работой, зарплатой. Спасибо большое ему за все. Не просто обычный серый будни, работа, дом, дом, работа. Все-таки праздник, весело. Все замечательно. Нам очень понравился концерт. Было все здорово, супер просто.
Холодильники, стиральные машины, пылесосы, телевизоры и электромясорубки ждали своих обладателей у входа в городской центр культуры. Завершился праздник приятными хлопотами. Разбирать тяжелые подарки – отрадная забота. Ну а в домашнем хозяйстве, как и в крупном производстве, хорошая техника всегда кстати. Он всегда нас не забывает, подарки хорошие всегда дарит нам. Ради него, наверное, вот и колхоз у нас, хоть Нива, существует. Так, ну, все хорошо.